Макеев бросает со входа в зону. Линбок отбивает шайбу. Мишарин подбирает. Макеев из борьбы не выключает. Ох, какая комбинация. Бросок. 2-0. Миро Аалтонен. Макеев на Семина. Семин на Аалтонена. И тому оставалось лишь перекинуть Андерса Линбока. Правым коньком обработал он шайбу и отправил шайбу над щитком шведского вратаря нижегородского Торпедо. По делу Витязь выигрывает со счетом 2-0, отличившись на 6-й минуте второго периода.